بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الدائمة على آدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دорогие بратьيا мы продолжаем наше обсуждение вопросов исламской идеологии. На предыдущих уроках мы начали разбирать вопрос пророчества и коснулись ряда очень важных и вступительных вопросов. В частности, на предыдущем уроке мы говорили о том, что пророк, посланник или адресат, первичный адресат откровения является на самом деле идентичным откровению, то есть по сути, откровение от него неотделимо. Он является говорящим откровением, является важнейшим толкователем откровения. И невозможно понять откровение без его помощи, без его понимания, без его толкования и без его практической реализации этого толкования в жизни, что намного важнее, что очень важно. И также мы указали, в нашем разговоре на то, почему Бог некоторым дарует откровения, а некоторым другим не дарует. Почему бы Богу не даровать откровения всем? Мы также ответили и на этот вопрос. А сегодня начнем разбор новой темы, которая также является важной, значимой для понимания религии в целостности и вопроса пророчества в частности итак вопрос заключается в следующем на самом ли деле есть необходимость на самом ли деле есть необходимость в откровении на самом ли деле обязательно должно быть какое-то откровение должны ли мы верить в то что бог непременно отправляет откровение да мы ранее доказали единство Бога, мы доказали существование Бога. Да, все это правда, мы убедились в существовании Бога, мы убедились в единстве Бога. Также мы убедились и в других атрибутах Бога через доводы логики и разума. Но так ли нам необходимо придерживаться какой-то религии? Может этот Бог, который существует и существование которого мы доказали, который является единым, единство которого мы также доказали, может, этот Бог и не отправлял никаких откровений, может, он не отправлял никаких религий. И нам достаточно быть хорошими людьми, и нет необходимости придерживаться какой-то книги, какого-то откровения или какой-то небесной книги. Это вопрос, который очень часто в современном мире возникает, и наверняка кто-то из вас так или иначе сталкивался с подобными сомнениями, с подобными вопросами. Нам необходимо ответить и разобрать данный вопрос. И в связи с этим мы приведем несколько доводов и доказательств, чтобы доказать, что откровение и религиозное учение, и отправление посланников и пророков с откровением является необходимостью. Без этого... Просто-напросто невозможно, не может быть иначе. А доказав это, мы докажем, заодно докажем то, что необходимо придерживаться какой-то религии, необходимо следовать религии, необходимо следовать откровению. То есть доказав необходимость существования религии, существования небесной книги, небесного наставления, если хотите, небесного учения, доказав существование... И необходимость небесного учения мы докажем также заодно и необходимость следовать этому небесному учению. Поэтому невозможно будет сказать, что, может, Бог существует. Да, Бог существует, но может, он не отправлял никакого откровения и учения. Итак, дорогие братья и сестры, давайте приступим к доказательствам. Мы приведем несколько доказательств, все из которых являются доводами и доказательствами разума, аргументами разума. Но мы также подтвердим эти выводы разума и аятами Священного Корана и текстами священными. Итак, первое доказательство заключается в следующем. Мы ранее неоднократно подчеркивали то, что Бог всемогущ. И поэтому Бог не обладает никаким недостатком, чтобы не отправить откровение, чтобы не отправить человечеству то, что наставило бы это человечество на верный путь, что помогло бы человечеству достичь вечного счастья. Нет никаких причин с точки зрения могущества Бога, чтобы Бог не отправил человечеству то, воспользовавшись чем, человечество могло бы достичь той цели, ради которой это человечество создано, ради которого создан каждый человек. То есть мы видим, что Бог не имеет недостатка с точки зрения могущества. Может, Бог сам не знает, что лучше для человека через что человечество может достичь вечного счастья и достичь той цели, ради которой создано. Может, Бог не знает этого? Может, Бог не знает, чем и как наставить человечество на верный путь? Конечно же, нет. Бог всем всезнающий. Он не просто всемогущий, но и всезнающий. И поэтому, с точки зрения знаний Бога, мы также не обнаруживаем никаких препятствий в этом вопросе и с другой стороны может бог не хочет чтобы человечество было наставлено на то что является выгодой для него может бог не хочет принести в пользу счастье вечное счастье человечеству нет с этой точки зрения мы также не обнаруживаем никаких препятствий наоборот Бог милостив и милосерден и добр к своим рабам. Эти атрибуты являются важнейшими атрибутами единого Бога. Милосердие, милостивость и доброта к своим творениям, любовь к своим творениям. Поэтому почему? Что является причиной того, что может быть теоретически причиной того, что Бог не отправляет? Что может быть препятствием? при наличии всех причин. То есть наличие у Бога могущества, наличие у Бога знания и наличие у Бога желания и любви к тому, чтобы человечество было наставлено. Что может быть в такой ситуации препятствием к неспосланию божественного учения, к неспосланию религии, божественного откровения? Никаких препятствий мы здесь не обнаруживаем. Таким образом, мы говорим, что все, все, что является средством наставления человечества на добро человечества, на выгоду человечества, все, что является наставлением человечества к его счастью, к вечному его блаженству, обязательно для Бога. Бог непременно Обязательно, то есть в том значении, что Бог непременно совершит это наставление. И аяты об этом в священном Коране мы также обнаруживаем. Например, в одном из аятов священного Корана Всевышний говорит, Инна -худа", на нас, то есть именно на нас лежит обязанность наставлять. Конечно же, наставлять в том числе и человечество наставлять творение как таковое. То есть, как сказано в этом аяте Всевышний говорит, утверждает о том, что на нем лежит обязанность, на нем лежит эта задача, наставлять. Таким образом, Бог является наставляющим, и даже более того, единственным наставляющим. И может ли быть, чтобы такое бытие, всемогущая, всезнающая, любящая свои творения, не не человечеству откровения. Или же в другом аяте Священного Корана сказано следующее. «Кятаба раббукум аля «Предписал Бог самому себе быть милостивым и милосердным». То есть Бог сам себя обязал. «Кятаба раббукум аля ваш Господь предписал и обязал самого себя быть милостивым и милосердным. Что это значит? Это значит очень многое, но и в том числе то, что Бог предписал себе не спаслать человеческую человечеству учение божественное, совершенное, лишенное каких-либо недостатков учения, не спаслать пророков с религией божественной, потому что это является одним из проявлений милосердия Бога, одним из проявлений милости Бога. Таким образом, мы видим, что как разум подтверждает необходимость неспослания откровения и божественного учения, также и об этом говорит священный текст, в частности, аят священного Корана. Таким образом, Бог, который милостив и милосерден и добр к своим рабам, и не имеет никаких недостатков ни в могуществе, ни в знании, ни в чем-либо другом, обязан просто, обязан не спаслать человечеству религиозное учение, обязан отправить человечеству посланника с откровением совершенным, лишенным какого-либо недостатка откровения. Также об этом говорят, как мы уже увидели, аят священного Корана. Таким образом, не может быть такого, чтобы существовал Бог. Это просто-напросто невозможно, чтобы существовал Бог, чтобы он был всемогущ, всезнающий, он был совершенный, лишенный каких-либо недостатков, чтобы этот Бог создал творение. Для чего он создал эти творения? С целью с или же без цели? он игрался таким образом на удубиллах или же создавал свои творения с какой-то определенной целью. Конечно же, мы не можем предположить, что Бог создавал творение просто так, играясь, развлекаясь таким образом. Мы об этом говорили, говорили о том, что это просто-напросто невозможно. Таким образом, Бог создал свои творения с какой-то определенной целью. Не может быть такого, чтобы всезнающий, любящий свои творения Бог, всемогущий Бог, не отправил человечеству инструкцию, как достичь той цели, для которой человечество было создано. Это просто-напросто невозможно. И поэтому, дорогие братья и сестры, те люди, которые говорят, что мы верим в Бога, мы верим в единство Бога, во всемогущество Бога и так далее и тому подобное, но мы не придерживаемся никаких религий, потому что религии выдуманы человеком, а Бог никаких религий человечеству не отправлял. Бог требует от человечества только для того, чтобы они были хорошими, ухаживали за своей семьей, поддерживали между людьми хорошие, добрые. Отношения, чтобы не убивали, не воровали и так далее и тому подобное, чтобы просто были добрыми и хорошими людьми и большего Бога от человека не требует. Это, то, что они утверждают, то, что утверждают подобные люди, является всего лишь отговоркой снятием с себя тех ответственностей, тех обязанностей, которые возложены человеком, человеку религией. Поэтому никаких оснований под собой эти утверждения и эта точка зрения на реальность, на окружающую нас реальность и действительность никаких оснований, никаких крепких оснований не имеют. Наше, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум, Рахматуллахи, Вабаракет. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد